Коллеги, рядом со мной Юлия Михалева, Роскачество. Здравствуйте, Юля. Да, добрый день. Расскажите, пожалуйста, что сегодня интересного происходило? Ну, сегодня, помимо замечательной деловой программы, в которой очень активно участвует Роскачество, происходило и произошло уже еще одно замечательное событие. Мы, так сказать, при большом количестве свидетелей и производителей, что очень важно, и вообще профессионалов сферы ритейла, мы вручили государственные российские знаки качества тем производителям, которые достойны оказались этого знака по результатам веерных испытаний своей продукции. То есть те производители, которые доказали качество своей продукции. Получается, покупатели могут точно оценивать по этому знаку замечательный, качественный, правильный товар. Абсолютно верно. Это лучший способ маркировки, который по статистике как минимум на 30% сразу увеличивает продажи для того или иного производителя, как только продукция маркируется российским знаком качества. Ну, просто потому, что, как вы понимаете, его нельзя купить, о нем нельзя договориться. Ты можешь его получить только в том случае, если ты действительно обеспечиваешь качественную продукцию. Да, в каких сферах выдается этот знак качества? Он выдается во многих сферах. Сейчас это товарные категории, и в том числе, конечно же, большую долю занимает пищевая индустрия, но в том числе Роскачество работает сейчас над тем, чтобы присваивать знак качества уже и нон-фуду, да, и неким другим материальным категориям, включая там и бензин, и вот сейчас мы занимаемся сферой, которая связана со строительством и так далее. Здорово. Самое главное, что я вижу позади вас и рядом с нами, стоят победители этих категорий. Постараемся поскорее с ними познакомиться. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Да.